Пакет достанешь там? Пакет? Да. А, с холодильника пришло? Да. А я хотела с баранину, что ли, Андрей заказал, но не знаю. Открывай. Развязываем? Ну да. Я думаю, что атмосфера вечера будет какая-то неадекватно пришибленная. Да, тут все на затянуто. Потому что если невестка похожа будет на Ирину, это будет просто взрыв мозга. Ну сколько можно месить эту вилочку, одни вилочки перемешивали, голова садовая. Ну, помимо жарища, ты конечно, ребенок как лучше родила. Чем? Мне 25 лет, мы хотим с Геночкой пожить для себя. Возьмите сами и родите. Короче, что сюда еще добавлять? Ничего ж себе. Чтобы опять пишили мне. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Красота. Сейчас чаем попьем. Как пуговка на ней все держится. И там Катя. Открывай. Ну давай, Ма, пробуй.
Скажу свое мнение. Ерунда? Что, фигня? Говядина. Хотя бы что-то новое. Не, ну эта стена, конечно, если... На следующий день приехал снять ролик с нашего объекта, не переключайтесь. Добрый день! Вы на канале компании Като и Гладпро. Сегодня у нас развес красивых штор в спальне и гостиной. Проект вела дизайнер Ольга. Если вы еще не подписаны на наш YouTube-канал и Яндекс.Дзен, подписывайтесь. У нас много классных роликов. Важно отметить, что в данном проекте уже был установлен карниз в потолок. Однако мы хотим подчеркнуть, что неоднократно обсуждали в наших видео неудобства, связанные с использованием вмонтированных карнизов с пластиковыми бегунками и с тугим ходом по рельсе, не оставляя технического места в начале шины для снятия бегунков. Такие карнизы устанавливают мастера по потолкам, и они не всегда удобны в монтаже и в будущей эксплуатации штор. Они монтируются впритык к нише, не оставляя места формирования складки, и мы не рекомендуем использовать их. Лучше сделайте потолок и вызовите специалиста по текстилю. Мы подберем для вас самый удобный и долговечный карниз с учетом тяжести будущих штор. Доверьтесь специалистам своего профиля. Обратите внимание на эти великолепные однотонные светлые блокаут шторы. Они не только идеально сочетаются в современном интерьере, но и обладают выдающимися функциональными характеристиками. Блокаут ткань эффектно защищает от солнечных лучей, создавая идеальные условия для просмотра фильмов в домашнем кинотеатре или просто комфортного отдыха. Если у вас есть младенцы или дети, которым нужен дневной свет, такие шторы просто находка. Ставя такие шторы, вы делаете не просто стильный, но и практичный выбор. Это и есть то, что на самом деле важно в современных интерьерах – сочетание красоты и функциональности. И не забудьте, шторы – это не просто элемент декора, это инвестиция в ваш комфорт и качество жизни. А мы переходим в следующую комнату, спальню. В наших изделиях мы всегда используем шторную ленту не уже 8 см. Широкая шторная лента дает хорошую жесткость и отлично держит ровную складку. Она не позволяет провисать полотну от крючка до крючка. После развеса дизайнер тщательно отпаривает каждое полотно. Досмотрите видео до конца, и вы увидите штор в интерьере.
Изделия изготавливаются в нашем швейном цеху золотыми ручками наших мастериц. Шторы отшиваются на лучшем современном оборудовании, поэтому каждая строчка выглядит идеально. Для транспортировки все изделия упаковываются в плотный полиэтилен, чтобы минимизировать заломы и исключить повреждения. Современный интерьер красивой гостиной с установленными светлыми однотонными шторами, которые играют ключевую роль в создании уютной, но при этом светлой и воздушной атмосферы. Светлое текстильное оформление не только визуально расширяет пространство, но и максимально подчеркивает входящий естественный свет, делая интерьер еще более привлекательным и живым. Эта гармония между текстилем и освещением добавляет изысканности и делает гостиную идеальным местом для отдыха и приятного времяпровождения. Шторы отшиты под размер 0,5 мм от пола, благодаря точным просчетам и замерам дизайнера и золотым ручкам нашего швейного цеха. Сразу видно, что шторы сшиты на заказ и четко под размер. В спальне установлены аналогичные карнизы. Дизайнер начинает развес штор из итальянского изысканного бархата. Какие все же шторы подходят для современного интерьера? Когда речь идет о современном интерьере, ключевыми словами здесь будет минимализм, функциональность и гибкость. Однотонные шторы в нейтральных цветах, такие как серый, светлый или ярко-бархатный, великолепно сочетаются в современных интерьерах и не отвлекают внимания от других элементов дизайна. Blackout шторы, которые мы повесили в гостиной, благодаря своей плотности не только выглядят стильно, но и обеспечивают отличную защиту от солнечных лучей. Если вы предпочитаете натуральные материалы, лен или хлопок также будут хорошим выбором. А для тех, кто хочет добавить немного роскоши, можно рассмотреть варианты из велюра, шелка или изысканного бархата, как в нашей спальне в этом видео. В любом случае, ключевым фактором является гармоничное сочетание штор с общим стилем и цветовой палитрой помещений. Переходите на наш сайт, смотрите портфолио, подписывайтесь на наш канал на YouTube и Яндекс.Дзене. Там вы можете посмотреть наши работы, качество выполнения или заказать шторы для себя. Наши дизайнеры работают на выезд по Москве и всей Московской области. А если вы проживаете в других городах России, вы можете заказать у нас готовые комплекты штор. Ссылка будет в описании. На следующий день мы приехали в цех с нашим малышом, а после поедем в офис НЛ. Кстати, кому интересна продукция НЛ, также здоровое питание или кто хочет похудеть без вреда для здоровья, пишите в личку, все расскажу.